Открывая разные миры, так свою персональную выставку назвал Игорь Кириченко и не случайно. Композиции художника-графика колоритные и совсем не похожи друг на друга. Этот мир картин на грани реальности и фантазии. Вдохновляет мастера сама жизнь. В его работах предметы быта, графические портреты и сатирические зарисовки. Все как будто живет своей тайной жизнью. Если тематические композиции, здесь, конечно, уже приходится придумывать, размышлять на тему Прохоровского поля, вот, которые, тех событий, которые в том числе праздновали в этом году. В работах староскольского художника Александра Филиппова преобладают пейзажи и натюрморты, выполненные в технике масляной живописи. Яркие просторы Белгородской области в разные времена года или атмосферные курортные пейзажи. Каждая работа выставки – образ реальности, памятный момент в жизни самого автора. Мне хочется на своих полотнах отразить именно то, что я вижу в данный момент, в данную секунду, то есть жизнь, которая идет непосредственно. Вот тут я рядом стою, там дворик в Белграде, вот этот вот солнечный его писал, там горы в Сербии. И я увидел вот эту красоту, вот эти вот какое-то вот то, что я не видел здесь у нас. Мне очень захотелось, чтобы осталось на моих холстах. Познакомиться с работами художников Игоря Кириченко и Александра Филиппова вы сможете в Белгороде, в выставочном зале «Родина» до 9 сентября. Дарья Гатинцева, Дмитрий Коваленко. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.